По поручению губернатора Евгения Куйвышева дворец водных видов спорта Первоуральска посетил министр спорта Свердловской области. Во время экскурсии по обновленному спортивному объекту Леонид Рапопорт дал свою оценку масштабной реконструкции. Конечно же, я вновь приятно поражен тем, что сделано в городе Первоуральске. На мой взгляд, спортивный объект олимпийского уровня – очень важная составляющая для продления и продолжения спортивных традиций пловцов Первоуральска. Как отметил Леонид Рапопорт, бассейн, который будет использоваться для занятий по водному поло, синхронному и обычному плаванию, соответствует всем международным стандартам. Министр спорта выразил надежду, что в будущем в городе появится команда по водному поло и пообещал ей финансовую поддержку на выступлениях в соревнованиях. По словам главы Первоуральска Игоря Копца, уже с августа откроется набор детей в группу начальной подготовки для занятий этим олимпийским видом спорта. Уже найден тренер. Также в ходе экскурсии по обновленному объекту Леонид Рапопорт поручил провести опрос среди жителей города и выбрать название для обновленного объекта. Пообещал вернуться в ДВВС 12 августа, в день физкультурника, на торжественное открытие.